Маяки Кронштадта в макетах и фотографиях собрал выставочный зал городского морского музея. Экспозиция приурочена ко дню гидрографической службы ВМФ. Более 15 маяков указывали морякам путь к кронштадтским берегам. Некоторые из них до сих пор остаются надежными ориентирами для кораблей, идущих в гавань. Как, например, красавец Толбухинский, первый в России маяк, сооруженный из камня. А вот маякам форта Кроншлот не повезло, они утратили свое назначение. С 2002 года они не зажигают огни и, к сожалению, все больше и больше разрушаются без должного присмотра. Обратить внимание горожан и желательно чиновников на бедственное положение этих гидрографических сооружений и призвана экспозиция в морском музее. Не секрет, как только маяк перестает функционировать, выполнять свои служебные, как говорится, обязанности, он сразу же, списывается со счетов. На него не выделяются деньги, чтобы его покрасить, отремонтировать или просто привести в порядок. Он сразу какой-то становится сиротой. То есть он уже становится, его только обхаживает ветер, снег и непогода. А уже человеческие руки и забота, уже мы как-то забываем про нее. Как говорят устроители выставки, в Кронштадте проекты сохранения маяков существуют давно и в большом количестве. От создания в них музейных экспозиций до передачи крупным коммерческим компаниям. Но все упирается в вопрос собственности. Некоторые маяки, к примеру, на том же Кроншлоте, принадлежат военному ведомству, которое не желает с ними расставаться, но и за сохранностью не следит. А между тем Кронштадт вместе с морскими ориентирами включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.